со слов вот кто находился на месте, там очевидцев, пояснили, что водитель с автомашины «Газель» двигался со стороны улицы Поспелого в сторону улицы Гоголя, по улице Ленина, получается. И автомашина Mitsubishi Lancer двигалась по улице Ленина со стороны улицы Гоголя в сторону улицы Поспелого. На месте ДТП участников никого не было, так как забрала их скорая помощь, на карете скорой помощи, и увезли в больницу. Дальнейшее было составлено все необходимые документы, схемы, все.